видеообзор по играм Apple и читам. Сегодня я вам расскажу о игре Minecraft Pocket Edition и о том же, как и взломать его, то есть бесконечные ресы и так далее. Создадите себе мир тут. У меня уже есть созданный, там много всего построено достаточно. Вот. Вы начинаете, двигаетесь этими кнопками, также двигаете камеру. Чтобы летать два раза, чтобы прыгать, нажмите на эту серединку, чтобы летать два раза. Чтобы подняться вверх, нажмите на серединку и проведите пальцем вверх. А чтобы вниз, на серединку и вниз. И так вы летаете тут и всякое строите, например, какой-нибудь там домик на необитаемом острове, подводный дом, пиратский корабль, гигантский самолет и всякое такое. Так, это креатив. Также вы можете играть в survival. Я не очень люблю играть, но у меня все же есть. Опять-таки у меня тут взломано, я вам позже покажу как. А пока я покажу, что у меня тут именно. Под... Так, лопаты у меня нету. Ломаем землю. Тут еще один дом, можно сказать, комнатка, склад. И вот что в ней есть. И я вам расскажу, как это сделать бесплатно. Только опять-таки нужен jailbreak-нутый девайс. Итак, чтобы это сделать, вы также заходите в Cydia, пишите IMCP Edit. Сейчас я вам напишу. Опять-таки, если у вас он не найдет, посмотрите на каком-то сайте или как бы ресурсе искать. Точнее, на сервере. IMCP Edit. По-моему, так. Сейчас посмотрю. IMPC, да, Edit. Вот, ищите, и у вас скачивается такая же программка, иконка из Minecraft, только хуже качеством. А, еще чтобы все получилось, вы должны сначала полностью вырубить Minecraft сам. Итак, заходим в эту программку. И тут вы найдете свои мира, в которых вы... Вот, например, мой survival. Вот мой инвентарь. И для того, чтобы что-то взломать, скажем так, вам нужно сначала набрать то количество того, что вы хотите приобрести. Например, вот, видите? Нажимаете эту 5 земли. Вот, 5. И для этого вы просто набираете в поиск, не знаю, там, gold. Вот. И тут есть все из этого золота. Вот блок, например. И вот, опять-таки, 5, ничего не убираете, просто идете обратно в инвентарь, обратно в меню. Не в само меню, а в лол меню, ну, в название вашего, как бы, мапы, и жмете сейв. Когда saving completed, у меня не всегда это почему-то получается, вы заходите обратно в Minecraft. Жмете start game и заходите в тот же мир, который вы сейвнули. Видите? Вот, смотрите. Его 5. Это у меня была до этого земля. Вы опять-таки
Можете просто перетащить это все в сундук. Потом удивлять друзей. Итак, спасибо за просмотр. Наслаждайтесь читами. С вами был Макс. Палец вверх. Подписывайтесь. До свидания.